Привет. Привет, дружище. А мы тут рыбный фонтан нашли. Летом, когда он работает, выглядит очень симпатично. И можно в нем ручки помыть, когда жарко. Вот. Да. А мы потихоньку. А тема нашего видео — это замковая колоннада. Непосредственно его верхняя часть. Находится немножко выше над пешеходной улицей. То есть надвисает, я бы сказал, над базарной колоннадой. Ну да. И архитектор этой колоннады, кому интересно, Фридрих Оманн. Какое интересное название. Имя. Вот. Она состоит из двух частей. Вот эту первую. Верхняя часть называется. Верхний источник. А вторая часть, называемая нижний источник. Это чуть не в другом видео мы покажем, когда будем снимать рыночную, или как он там называется. То есть вот этот источник номер 4. Да. А тот номер 3, соответственно. Ну, давай про четвертый расскажем. У них разная температура. Да. У третьего 64, а у четвертого 55. Ну да. Замковый верхний. Вот мы сейчас в нем находимся. Называется Горнизамский по-польски, по-чешски. И воду из него используют для лечения кариеса и пародонтозов. Ее следует пить и применять для полоскания ротовой полости после чистки зубов и приема пищи. Как только ты почистил зубы, где бы ты ни находился, бежишь сюда. И полощешь рот. До того момента, пока оно у тебя очистится. А это вот сами очистится. Так называемые замковые колоннады, променад и замковые лажни. Вот оно так выглядит антуражно. Но почему-то четвертый источник не работает. Сегодня не работает. Странно, может, тоже реставрируется? То есть мы тут были в прошлый раз, и он точно функционировал, работал. Но вот сегодня... Специфически на вкус, я бы сказала. Ну, наверное... Но неплохой. Ну, не будем записывать его плохие, да. Да. Так что приезжайте, пробуйте, полоскайте рот, зубы, чтобы у вас были здоровые. Может, на зимний сезон закрыли. Может быть, да, холодно, что сюда никто не ходит. Обычно здесь мало народу. Не хотят в гору никто идти. И зачастую здесь можно насладиться уединением. Ну вот, еще кусочек информации для вас. Так вот. На ручках. На ручках принесли, в ротик положили. Жуйте сами. Потому что хорошие люди. Хорошо быть должны информированы. Пока-пока. С вас лайки, подписки, комментарии. Комментируйте наше видео. Да. И подписывайтесь на наш канал. Нам это очень важно. И для вас тоже. Мы будем снимать для вас. Спасибо заранее. Пока-пока.